Девчонки, просыпайтесь. У меня для вас есть сюрприз. Сегодня мы поедем и устроим ребятам челлендж. Наконец-то, я так долго этого ждала. Да? Да. Ура! И скажите пароль. Едем к ребятам с Николь. Круто! Так, ну что, собираемся, одеваемся? Тогда предлагаю им сделать сюрприз. Они еще не знают, когда мы приедем. И давайте быстро встаем и будем завтракать. Да. Давайте, жду вас на кухне. Окей. Ням-ням-ням. Это пластилин. Как пластилин пирожное. Так, подкрепляемся быстро яишенкой и бежим. Угу. Все. Все? Да. Мы уже выдвинулись. Ребята сейчас будут в шоке от того, что мы им приготовили. Да. Только, наверное, первым делом надо позвонить Алене и спросить вообще, где они. Так, сейчас, да, звоним Алене. Алло, Ален, привет. А где ребята? Ага, окей, они не знают, что мы сейчас подъедем? Не, они не знают, что мы сейчас приедем. Так, отлично, но будет для них сюрприз. Все, мы выдвигаемся к вам. Давайте, ждите. Так, ребята не знают, они, короче, здесь сидят. И не в курсе, что мы прямо сейчас приедем. Вау, девчонки, блин, класс! А как вы нас нашли вообще? Блин, ребята, опять вы выиграли. Давайте хотя бы на свежий воздух пойдем, поиграем, повеселимся. Мы тут с папой придумали для вас классное задание. Собираемся, хватит играть. Пошли, 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 пошли. Давайте. Ого. Сюда ведешь его, давай. Ребята, у меня, кстати, появилась еще одна классная идея. Какая? А, давайте потом все расскажу. Окей. Давайте. Ребят, у меня, кстати, зародилась идея, о которой вам сейчас как раз хочу и рассказать. Но. Давайте снимем такой классный танцевальный челлендж на нашу новую песню «Торнадо». Крутая идея. Ну, там, реально будет прикольно. Можно, да. Это нам танцевать нужно будет? Ну, наверное, да. Это сложно, наверное? Не, не волнуйтесь, все будет легко. Ну, как раз уже заготовил движение наш хореограф Юджин, поэтому будет очень круто. А кто такой Юджин? Юджин – это один из лучших хореографов. Слава богу, что нам повезло, класс. Что именно он создатель нашей любимой антисадной студии. Реально очень повезло. Очень классно. I'm a hero, я сатиро, заморожу я танцем нехило. Без понтов и на позитиве, делай вывод и сам делай вывод. Лучше танцевать и быть сильным, всегда стильным и чуть прогрессивным. И висеть за компом в этом мире, виртуальность ведь в перспективе. Стой! Это новый день, это новый бэй-бэй. Мы уже здесь, поверь. Мы не любим людей. Мы такие, как есть, такие, как есть. Стой! Это новый день, это новый. Раз. Попробуй, просто давай повторяй. Раз. Повторяй. Сейчас попробуем. Вот слушаем, да? Что-то приложили, потом пум, пум, пум. Получается три раза вот этих вещейчик. Пум, пум, пум. И один раз, раз, раз. Поехали. Всем надо стать удобно, чтобы не было дискомфорта. Да. Всем и раз, и два, и раз, и два, и раз, и два, и раз, два, три. Угу.
пум-пум-па. Раз, три, два, три, пум-пам-пам-па. Да. Раз, пять, шесть, семь. Поэтому семь и восемь. Да. Сначала семь и. Всего три раза. Получается раз и вправо, и раз и влево, и раз и вправо. Угу. Давайте все вместе подсчет. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И так повторяем два раза. А теперь под музыку. Потому что вы не представляете, как здесь жарко. Ух, спасибо мне в ушко прям. Мне кажется, это сейчас единственное спасение. Да, у меня капало лицо. Меня тянешь. Налей. Наверх. А попшика не хочет. Да, да. О! Так, аватар магия воды. Минус очки. Ой. Так, теперь на Сережку. Теперь на Олега. Рукой мокрый. Ребят, вы слышите это? Это же наша песня. Мы побежали. Давай душой, красками телом рисуй. Пускай абсурды, но кто из вас меня осудит? Много сегодня не надо, лишь бы моя муза была со мной рядом, пускай не дурдом. Прыгнет. Ох, ребята, давайте же покушаем что-то. Давайте. Да, давайте. Кушать, 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 кушать. Все проголодались, сегодня танцевали, прыгали. Наконец-то будет еда. Принимайте участие в танцевальном челлендже. Все правила сможете узнать под описанием этого видео. Выигрывайте кепку от Decide Band. Выигрывайте билеты на наши концерты осенью, которые пройдут в Украине и России. И вообще просто кайфуйте и танцуйте вместе с нами. Всем удачи! Ура!
Ну как вам наша идея с папой? Ой, безумно клево. Мы даже за сегодняшний день ни разу не притронулись к телефонам. Это достойно уважения. Да, бро, я согласен. К тому же мы сегодня сняли очень крутой танцевальный челлендж, и я надеюсь, что зрители примут в нем участие. Было очень классно, мы на батутах сальтухи крутили. Да, братан, я вообще улетел с батута. Я тоже на батуте, смотри, напрыгался. Такая же ситуация, братан. Уже темнеет, я думаю, мы на днях увидимся. Может, обнимаешь меня напоследок? Давайте, давайте обнимемся и встретимся завтра. Только сразу не смейтесь.